Пару месяцев назад начала болеть нога под коленом. Я думал, сама пройдет, но со временем боль только усиливалась и усиливалась. Пошел, сделал МРТ, оказалась грыжа межпозвоночная. Обратился к одному специалисту, он мне не помог, к другому специалисту он мне не помог. Короче, пичкали меня лекарствами, пичкали, боль не проходит. С каждым днем все сильнее и сильнее. Мне сказали, нужно делать блокаду. Блокаду или операцию. Ну, по итогу, как бы блокада пройдет, все равно операцию так и так делать. Операцию делать страшно, если честно, страшно. Да и мне кажется, что операция — это такой крайний выход. Вот друзья посоветовали остеопата. Говорят, даже в самых сложных случаях он справляется. Там тоже у ребят были проблемы, и он их вытаскивал. Не знаю, хочу, вот сейчас иду к нему на прием, хочу попробовать, надеюсь, он мне поможет. Кто делал операции на грыже, расскажите, пожалуйста, чем это... Вчера я выставил видео по поводу боли в спине. Я не ожидал, честно, огромное вам спасибо. Мой директ просто взорвался. Все переживают, все дают свои советы, у каждого есть какое-то свое мнение по поводу того, как поступить с грыжей. Но вы знаете, еще раз убеждаюсь, что сколько людей, столько и мнений. Кто-то пишет, оперировать даже не думать. Кто-то пишет, делай блокаду. Кто-то пишет, ни в коем случае, только не блокада, только не операция. Только упражнения, там зал, разных врачей советуют. Кто-то знахарей советует, кто-то советует грибочки есть какие-то определенные. Кто-то шишки собирать в лесу. В общем, большое спасибо вам, люди, вы действительно люди. Я вам очень благодарен за то, что вы сопереживаете, за то, что вы советуете. Вот так.